Всех приветствуем. Я решил переснять это видео про запорожский дуб, который расцвел 700-летний, потому что мне так не нравилось, как я его сделал. С трясущейся камерой, снято на телефон, без стабилизации. Ну, считайте, это ремейк, ремастерит видео про дуб. Теперь моя совесть спокойна. Немного объясню, что здесь. Это ресторан когда-то был. Сейчас он не работает. Это вот такая локация с металлическим конем. Кобза, сокел. И вот наш красавец, 700-летний запорожский дуб, который вот ожила ветка. Видите, все равно часть поддерживают на дренажах. Сейчас надо пробовать к вам. Оп. Вот. Целая живая ветка, которая распустилась. Это солнце. Вот. Ближе уже не получится. Чудо. Из чудес. Бывает же такое. Вообще очень красивая зеленая локация. Не жарко тут. Тут можно, ну, с детьми приходить, отдыхать, с семьями. Ну, жалко, что здесь нету никакого-то, ну, ни кафе, ни ресторана, чтобы где-то хотя бы даже воды купить или какой-то еды. Ну, в общем, вот такая тут картина. Все, всем дякую за перегляд. Бережіть себе. И все будет добре.